Адунай, спатай тифтах, уфиеги ты латеха. Барухата Адунай, Элухейну, Вулаевотейну, Элуэ Авраам, Улей Ицхак, Улей Яков, Аэля Гадо, Эля Гибор, Ва Нора, Эль Ильон, Гумель Хасадим Товим, Уконе Аколь, Безохер Хазде Авот, Вамави Гоэль Левне Внеем, Лиман Шмо Баава. Мелех Хозер, Умашия, Умаген, Мелех Хозер, Умашия, Умаген, Барухата Адонай, Барухата Адонай, Маген Авраам. Барухата Адонай, Барухата Адонай, Маген Авраам. Ата гибор леолам Адонай, Ата гибор леолам Адонай, Мехае метим, Мехае метим, Ата рав лехошия. Мехае метим, Мехае метим, Ата рав лехошия. Морида таль, Мехалькель хаим бахесед, Мехае метим берахамим рабим, Сомех нофлим, Верофе холим, Веметир асурим, ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה, אדוני, ברוך שמו, מחיה מתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום אלה לוח הסלע. ברוך אתה, אדוני, ברוך שמו, המלך הקדוש. אמן. אמן. Мы будем сразу переходить к недельному чтению. Эфраим, помоги нам, пожалуйста. Соарон, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משדנך, מפניך, כי מציון תצא. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל הימים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יכולים לשבת, можете садиться. И сегодняшняя наша недельная глава называется Пинхас. Это 25-я, да? 25 глава, 16. Вайдабер Адунай эль Моше леймор, Пинхас бен Элазар бен Аарон Акоэн, ишив эт хамати меаль бне Исраэль, бекинъо, эт кинати бетохам, вело килити эт бне Исраэль, бекинати. Лахен, омер инени нотен ло эт брити, шалом, ваэтало велезраъо ахарав, брит кеунат улям, тахат ашер кина ле Элоав,
וחפר אל בני ישראל. ושם איש ישראל עמקה עמוקה אשר עוקה את המדיינית זימרי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני. ושם האישה עמוקה המדיינית קסבי בת בצור ראש אמות בי אב במדיין הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וכן עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Мы читаем из числа 25 глава. Давайте, пожалуйста, откроем с 10 стиха. Давид, можешь помочь нам? Я прочитаю слова, которые Дима прочитал, и я немножко эйфореш, немножко расширив весь этот завид. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твое Слово говорило к нам, и чтобы наставляло нас на всякую истину. И говорил Господь Моше так: Пинхас, сын Элазара, сына Аарона, священнослужителя, отвратил ярость мою от сынов Израиля тем, что возревновал моей ревностью среди вас. И не истребил я сынов Израиля ревностью моею. Поэтому скажи, вот я даю ему мой завет, завет мира. И будет ему и потомству его после него заветом священнослужения вечного за то, что возревновал он за Бога своего и искупил сынов Израиля. А имя мужа из Израиля убитого, который был убит с Медианит, Зимри, сын Салу, предводитель отчего дома от Шимони. А имя убитой женщины Медианит Косби, дочь Цура. История, которую мы все слышали. Но я хотел немножко расширить эту историю, чтобы показать, кто там, к чему и почему случилось. Это все очень поучительно. Недельное чтение на прошлой неделе, как называлось, кто помнит? Балак. И рассказывала про что? Про Балака и про Беляма и про ослицу. Хорошо, Леонид, правильно говорите. Мы помним историю, я ее чуть-чуть прочитаю, чтобы понять всю ситуацию. Пожалуйста, детки, будьте возле родителей и весь шум убрать, пожалуйста. Израиль, странствуя по пустыне, приблизился к пределам Моава. И, как рассказывает история, в то время в Моаве роль царя выполнял Балак. Он не был самый лучший из возможных кандидатур, но вот на тот момент он был им. И до этого Израиль одержал несколько очень мощных побед. И одна из побед была победа над Огом. Кто-то помнит, кто такой был Ог? Это был царь-великан, и народ его был великаны, и Израиль победил этого человека. Предания рассказывают нам, что эти люди, их называли сыны амуреев, эмурей. Они были наняты Моавом защищать территорию Моава от любых врагов. То есть один народ покупал другой народ, чтобы те их своей армии выставляли. Поскольку эмуреи, они были великаны с детства воины, Моав за деньги нанимал их. И тут Израиль просто смел их, как солому. И Моав сильно испугался. Моав в те времена враждовал с другой страной, которая называется Мадиам. Кто-то что-то помнит про Мадиам из Библии? Тесть Моисея жил, он был священник мадиамский. И, соответственно, Моисей провел там сколько лет своей жизни? 40 лет. А поскольку тесть Моисея был фигурой, значимой в Мадиане, то семью тестя знали. И вот Моав, а точнее Балак, царь Моава, отправляется в Мадиан, с которым они не дружили, и говорит: у нас общий враг. Как его называют? Израиль. Как нам его победить? Дайте вы нам совет. Почему он спрашивает в Мадиане: дайте нам совет? Как вы думаете? Как? Потому что Моисей жил там 40 лет. И они наверняка его знали. И когда Израиль получил Тору, помните, кто из язычников пришел подать ему ковод и уважение? Кто это был? Тесть Иофор, который пришел и сказал: слушайте,
Израиль благословен Господом. Слова Божьи покрыли Израиль благословением. И мадианитяне им сказали, слова Бога их благословляют, оружием вы их не победите. Значит, пусть слова какого-то другого человека их разрушат. И поэтому Балак, или Валак по-русски, посылает за Белямом, Валаамом, который в языческом мире был примерно то же самое, как у евреев Моше. То есть это был человек очень духовный, провидец. Я с кем бы его сегодня сравнить? Далай-лама. Вот сегодня его можно было бы сравнить с Далай-ламой. Знаете, кто это, да? Этот мужик такой лысый из Тибета. И Белям, с одной стороны, знал, что он очень духовный человек, с другой он был корыстолюбивый человек. И Балак, зная это, посылает к нему людей и говорит, подкупите его. И Белям, или Валаам, говорит такую коронную фразу. Я не пойду их проклинать, даже если ты дашь мне полную комнату золота и серебра. Что это? Фраза в ближневосточном разговоре значит? Да, еще ведро, превысь эту комнату золота и серебра, и тогда я пойду. То есть то, что они и делают. Они подкупают Беляма, и Белям выходит и пытается следовать совету Мадиана, чтобы проклясть словами Израиля. То есть Господь словами Израиль благословил, а этот словами пытается проклясть. Но мы читаем, к чему приводит эта история. У него язык не слушался. И вместо проклятий он говорит благословение. И мы читаем в предыдущей главе. «И увидел Белам, что хорошо в глазах Господа благословлять Израиля. И не пошел он, как всякий раз прежде, навстречу колдовству, а обратил к пустыне свое лицо и поднял Белам глаза свои, увидел Израиль, который расположился по коленам, и был на нем Дух Божий». Вообще это странная штука, что одновременно на человеке мог быть Дух ворожбы и Дух Божий. Я никому не советую с такими вещами баловаться. Есть некоторые верующие, которые молятся Господу, но начинают также заниматься ворожбой. Понимаете, про что я говорю? Это очень опасная штука, потому что там смешение может начаться, это никогда не хорошо. Но не важно. И он говорит, «И сказал Белам, сын Беора, и речь мужа с сияющим глазом, и говорит, слышащий речение Божие, которое видение всемогущего зрит, падает, но с открытыми глазами. Как хороши твои шатры, Иаков! Твои обитающие Израиль. Как потоки они простираются, как сады при реке, как деревья алоины насадил Господь, как кедры при водах. Растекаются воды из ведер его и полевые его при водах великих. Превзойдет Агага царь его, возвысится его царство. Бог вывел его из Мицраима, мощь Всевышнего у него поглотит народы, врагов его и кости их сокрушит, и стрелы свои обогрит. Преклонил колено, лег как лев и как льва, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословлен, а проклинающий тебя проклят». Это были слова Валаама. Но после этого ему Беляк говорит, ты их благословил, я тебе не за это деньги дал, я просто не дам тебе денег. Так говорит Иран сегодня России. Мы вам часть денег дали, поставьте нам С-300. Они говорят, нам санкции. Они говорят, мы вам денег не дадим. То есть, ну так манипулируют до сегодняшнего дня. Балак ему говорит, денег не получишь, если мы их не проклянем. И тогда Валаам говорит, слова не сокрушат сей народ. Но я вам скажу, что сделать. Вы заставьте их поклоняться идолам. Идолам. И эти же главы начинают рассказывать, как народ Израиля вдруг видит, как толпы молодых девушек от Моава идут в их сторону. И начинают устраивать там танцы и пляски, и конкурсы красоты, завлекая глав, особенно глав поколений. Не просто блуд,
Это был не просто блуд. Там написано в Писании, что заставили через блуд поклониться их Бааль-Пеору. Было такое божество у Моава. Это что-то из комбинации вавилонских религий. Когда есть бог солнца или бог в кавычках солнца, который требует человеческих жертвоприношений, и Астарта, которая требует блуда, культ плодородия. Так вот, Бааль-Пеор, это была комбинация, что во время оргий они просто приносили в жертву каких-то или людей, или какие-то жертвы. Короче говоря, это было тотальное совращение народа. И женщины просто сломали, особенно глав поколений. Почему они сломали не простых израильтян? Кто-то знает? Почему они сломали глав поколений? Ну, какие мысли? А? Рыба портится с головы. Ну, хорошо. Ну, а давайте без иносказаний, без рыбы. То есть, когда ты стоишь в позиции, ты всегда считаешь, что тебе позволено немного больше. То есть ты думаешь, что ты на определенной духовной, социальной, практической высоте, и тебе позволено немного больше. Простолюдины, они просто боялись, кто его знает, санкции, манкции, что-нибудь наложит. А старшие сказали, да, мы пойдем. И когда они начали грешить, Бог не только за блуд, что есть измена жене, а за поклонение Бааль-Пеору, то есть то, что они внедрили в стан Израиля, который был свят для Господа, посвящен Творцу, внесли туда нечистое. И началось поражение. И Писание говорит, что тысячи людей стали поражаться какой-то заразой. Понятно, это был бич от Господа. Сегодня мы можем подобрать целый ряд заболеваний, которые подходят. Это какая-то эпидемия началась. И написано, что Финес по-русски или Пинхас на иврите. Один из священников возревновал, встал и убил этого израильтянина Зимри и Кизби. Это была дочь одного из царей Моава или князей Моава. И написано, и остановилось поражение. Вот до этого момента я ясно рассказал все. Израиль был освящен и защищен Господом, уставами и законами. Но через блуд вошло поклонение идолам. Кто помнит в Писаниях еще одного человека, который через секс стал поклоняться идолам и навлек проклятие на Израиль? Абсолютно. Соломон. Самсон, ну, может быть, и Самсон тоже. Но вот Соломон – это очень ясный пример, когда написано, и многочисленные наложницы и жены совратили Соломона, и он построил храм тем божествам. То есть физическая связь не по уставу, не по закону. И пошло, и пошло, и поехало. Таким образом, эти слова говорят к нам сегодня. Кто-то может что-то мне вот сказать. Каким образом вот этот пример библейский, Израиль, Пинхас, Бааль-Пеор, блудницы или совращение сексуальное, каким образом нам, верующим, мессианским, которые соль и свет, сегодня это может повредить? Ну-ка, скажите ничто мне. Ничто не нового в этом мире. А? Ничто не нового в этом мире. Хорошо, идея ничего. Еще. А? Нельзя служить двум господам. Еще, ну еще, скажите мне. Да, Макс? Духовное должно быть превыше физического. То есть, когда духовное превыше физического, тогда это помогает бороться с физическим. То есть, как тогда Каин сказал, то, что грех всегда лишь грех, то будет искусство. Если не можешь, если духовно не превышает физическое, Окей, хорошо. Я вижу все правы, но я ожидал намного большего потока ответов. Каким образом вот текст, который я прочитал, является для нас сегодня предупреждением? Все идет урок, что в какой-то момент ты видишь, а
Повторение мать учения. Ишуа Машеха. А? Открытый грех уводит от Бога. Давайте спустимся с больших космических высот на нашу грешную землю. Про что здесь говорится? Про блуд. И следующий шаг за блудом следует какое-то кишув какой-то, какое-то демоническое. Скажите мне, вот вы верующие, семьяне. Ладно, Леха Шум, вы поняли меня. Мы верующие. Вы знаете, мы ответственны за свои дома. Но тот же самый враг, который еще с тех времен атаковал Эрец Исраэль или Ам Исраэль, Кадош, святой народ Израиля, до сегодняшнего дня атакует нас. Бальфигор, блуд, искушение. Ну-ка скажите, каким образом мы можем им подвергнуться? Выйти на улицу, посмотреть, в чем девушки ходят. Хорошо. Включить телевизор, посмотреть, кто рекламирует мороженое. Открыть интернет. Мне один брат сказал, послушай, есть люди, которые не хотят смотреть порнографию, но они включают посмотреть фильм какой-то на каком-то сайте, и оно там все выскакивает само. И он мне сказал, не реклама, оно выскакивает как часть того сайта. Он сказал, есть полно плагинов. Знаете, что такое? Кто не знает, что такое плагины? Не знаете? Потом вам будет семинар. Как... А вы знаете, что такое интернет? Тогда, если не знаете, что такое интернет, вам не надо знать, что такое плагины. Так вот, есть такие маленькие программки, которые можно поставить у вас в компьютер. И все это, вся эта дрянь, она не будет подниматься туда, потому что... Блуд – это не только когда ты физически берешь кого-то и тянешь в грех. Это когда ты смотришь обыденную порнуху, говоря мирским языком. И твоя башка начинает быть забита бальфигорами, потому что как минимум твои отношения с твоей женой или наоборот с твоим мужем – с твоим супругом в твоем доме начнут рушиться. Вы знаете, что про Бильама, про Пинхаса написано много. И там есть очень много духовных ассоциаций. Но вот то, что мне говорит, слушайте, народ, пожалуйста, будьте внимательны. Потому что вы можете впустить в ваш дом такого бальфигора и такое поражение от Господа, что потом будете еще годами зализывать свои ранки. Вы со мною? Простые шаги, мудрейшие шаги сделал этот, не Пинхас, а Валаам. Мудрейшие, ну, отрицательные, но мудрейшие. Просто никаких колдовства, никаких артобстрелов. Он совратил народ. Защита Божья пала. Никакой кипат маген не помог. Никакой железный купол не помог. Писания говорят нам такую фразу: защита, щит, твердыня, Бог мой. Так есть такие слова. Но как нарушить взаимоотношения и ослабить защиту и твердыню, чтобы она отдалилась от меня? Простой совет вам. Начните грешить. И защита будет падать. Потому что святой и праведный Творец, Он позволяет нам делать, что мы хотим. Я знаю семьи и в нашей общине, и в других общинах. И мы встречаемся с пасторами. Порнография – это стало просто бичом, потому что сегодня ее можно достать легко.
Раньше нужно было зайти в магазин и посмотреть по сторонам, чтобы знакомый тебя не увидел. А сейчас ты просто клацай по своему телефону или по своему гаджету какому-то. Народ, я хочу сказать вам, это неправильно, это грех. И Писание предупреждает каждого из нас: будьте святы, как я свят. Некоторые говорят: вот, чудес чего-то не хватает, или Бог не слышит мою молитву. А почему Ему слышит твою молитву? Разве ты Его указы и постановления исполняешь? Я хотел бы, чтобы сейчас мы могли встать, все встать, и провести какое-то время просто в молитве. Если кому-то захочется стать группками маленькими, взяться за руки и просто помолиться об освящении, о святости, помолиться, может быть, за своих детей, молиться за своих жен и мужей, которые, возможно, атакованы таким Бааль-фигурчиком. Небесный Отец, мы исповедуем, что каждый из нас достаточно слабый человек. И даже имея призвание, имея Руаха Кодеш, имея силу, чтобы противостоять греху, очень часто мы позволяем нашим глазам или нашим мыслям улетать не в правильное направление. И сейчас мы просим у Тебя, Господь, чтобы помилование пришло каждому. Я как руководитель этой общины, как Руэки и Ила, прошу, чтобы Твоя милость пришла на каждого человека. И я хочу провозгласить слова: Давид когда-то тоже упал, когда-то тоже допустил этого Бааль-фигурчика. И после этого в его жизнь пришло много разочарования, потому что защита была сокрушена, и потому что поражение пришло. Я молю Тебя, Господь, услышь нашу молитву, как когда-то Ты услышал царя Давида. Омой и очисти нас, потому что мы тоже вроде бы царские дети. Через Иешуа ха-Машиаха написано: принял, усыновил, оправдал и сделал своими, посадил на небеса. Поэтому мы смиренно умоляем Тебя, Господь, услышь нас. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою, дал мне уверовать в Иешуа. Я спасен, оправдан, но я согрешил. Окропи меня иссопом, буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости мои Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконным путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, я прошу Тебя за каждого из нас. Я уверен, Господь, что так много греха и искушений. Мы, конечно, все чистенькие, одеты хорошо, прилично, святым, все хорошо. Мы становимся перед Тобою, приходим, мы молимся. Но Ты знаешь мозги каждого из нас, и знаешь, как мы проводим свое время перед Тобою. Ведем ли мы войны, Господни, духовные? Занимаемся ли тем, что выстраиваем и ободряем наших детей стоять в праведности, или позволяем фигурчикам атаковать нас? Я прошу Тебя, Господь, исцели поражение в народе Твоем, освети нас. Я просто молю Тебя, Господь, на основании текста, который мы читали. И как Ты дал когда-то Пинхасу завет мира, пусть этот завет мира придет каждому из нас. Призываю Тебя, Господи,
Башем Йешуа Машиах. Призываю Тебя, Господи. Башем Йешуа Хамашиах. Амен. Вы знаете, поскольку у нас сейчас молитвенное состояние, я бы хотел продолжить молиться. На юге идет война, несколько ракет долетело до Хайфы. Мы когда-то в этом Сиюте были лет 7 назад. Все помнят, ну те, кто тогда еще был в Израиле, помнят, как мы не могли выйти и с трудом могли собраться вместе. Поэтому я сейчас прошу, чтобы мы могли все по-прежнему, оставаясь стоя, помолиться за ситуацию, за юг, за братьев наших. Есть еще несколько вещей. Часть наших детей находится в Польше. И сегодня должны они прилететь назад. И Польша вроде бы рейс отменяет, потому что боятся посылать сюда самолеты, чтобы Бог все устроил. Мы также знаем, что Александра Борткевич в армию идет на этой неделе, правильно? В какой? Йом Хамиши. Что? И Даша Гущина тоже идет в армию, тоже на этой неделе, да? Но в эти дни. Наши солдаты в армии. Андрей сейчас пацап Шмоне на голландских высотах. Наши ребята служат, наши девчата служат. Давайте мы как один человек просто будем молиться перед Господом, чтобы Он помиловал, защитил и помог. Давайте все вместе это будем делать. У кого-то есть молитва, вы свободны выйти вперед и молиться. Аллилуйя, Аба. Шормана масита пропаги фрементус. О, шара палаки сохо ревенента ламасто. Эла шитра махамна не просья шина лаваранца. Эла фруба сина шина лапади роба. Сорья ты ашия ламакуме. Ани фрапси тренно фруба ла премия помощи. Аба решита ра раба секере мне полики сгарки. אנחנו מתפללים עבור אלה שנפצעו ועבור אלה שאיבדו את הקרוביהם עכשיו בימים הקודמים אנחנו מתפללים חסד ועזרה ורפואה לאלה שזקוקים אנחנו מתפללים שאתה תשמור אותנו ממוות ותשמור את עם ישראל במלחמה הזאת מתפללים ברכות לממשלה ולצבא וליכולת של ישראל לשמור על אזרחיה ולפגוע באלה ששונאים אותנו אדון אנחנו מתפללים שאתה תשמור עמנו ממוות אנחנו מתפללים עבור ילדינו שתחזירו בשלום מפולין ועבור ילדינו ששומרים עכשיו על ארצנו אדון בצבא אנחנו מתפללים שתשמור אותם ותמלא אותם ברוח הקודש אבינו שבשמיים אנחנו מברכים את אלכסנדרה ואת דשה שהם הולכו לצבא והם ממש בנות בגבורת אלוהים בברכה שלך תלכו אותו פרושים אותי גוספדי זשיטי для юга страны для всех жителей наших сохрани от поражения милость пошли Израилю, ангелов твоих, защити детей наших в армии и тех, которые возвращаются из Польши. Просим у тебя, Господь, помощи, поддержки и защиты для Даши, для Александры, милости. Небесный Отец, мы просим у тебя помощи,